Давайте сольем быстренько одну за рейнджера и потеряем эти 24 мастера, да? Так, чисто, знаете, братски. Первая точно уже слив. Блин, надо было рольнуть, продать меч и найти сковородку. Наверное. Сумка с камнями в первый ход. Чел, ты и два деревянных меча. А вообще есть что-то сильнее, чем это? Какая разница? Даже если бы я нашел сковородку, я бы проиграл. Знаешь, как мой почти идеальный билд молоток только что победили. Две косы на двойной пак из трех ядовитых зель наложили в первую секунду. 52 файт. 50 секунд, мое хп опустилось до половины, сработал двойной пак. Четырех темных на 160 урона. Знакомая тема. Я помню такой билд. Да. Есть такой. Есть такой. Блин, ну это все слабо. Сковородка. Или нож. Или нож под Whetstone плюс Health Potion. Слушайте, ну... Вот это вот выглядит сильно, как будто бы. Прям вообще классно. Все, два яда на старте файта. Ты понимаешь, что тебе просто не надо лечиться? Чтобы он не мог наложить на тебя этот яд. И все. Просто не лечись, камон. Это очень забавный, да, билд, который контрится примерно так же забавно, как и играется. Вау, нормально мне так приходило в Whetstone'ов, да? Мне кажется, что так вот будет сильнее. Скорее всего, надо вот так вот делать. Ах ты ж. Это был 17 раунд, то есть билд довольно живучий. Я видел такой, да. Как каточки, вижу, пареют хорошо. Но я апнул мастера, наконец-то, на рипере снова. И теперь вот... И теперь вот проигрываю на рейнджере, так что сейчас будет минус 20. Все нормально. Рейнджер это минус 20. Все хорошо. Нихера себе подгончик. Вот это, конечно, подгончик. Так подгончик. Я, кстати, под конец обоих персов в даймонд назад слил. Да и неудивительно. Вот Стоун еще один хотя бы, не? Знаешь что, Стар, ты думаешь... Меня это чем-то удивило? Нет, конечно. Конечно же нет. Пойти ли в шипы? Нет, не пойду. Никуда не пойду. Пойду вот так вот играть. Вот так вот. Вот с этими вот предметами. Вот. Сковородка геройским мечом не усиляется. Кайф, то есть кал. Мету мастера над брощубой, где ты думаешь, что-то меняется сильно в игре? Абсолютно все то же самое везде. Так и остается, блин. У него метла 4-6, у меня сковородка на есть. Второй хеллспот. Который при проке первого хеллспота прокнет тот хеллспот. Кстати, можно перчи еще купить.
Чтобы... Я вообще Фалкон гораздо больше уважаю, чем геройский. Как будто бы, наверное. Двойные тычки, но это под камни, а камни я пока не купил. Дождался рюкзачки, сажусь записывать. Здорово. Коннор Стар, здорово. А я уже, да, довольно долго в них сижу. Бананчик сейчас явно тащит. Одна дополнительная стамина сейчас явно тоже поможет. В мастере на, у врагов на 2 камня больше, чем в даймонде. Может реально что-то продать? Типа. Банку и камень. Блин, не, я просто залочу перчи. Перчи это хорошо. Да я говорю, разницы точно нету. Блин, Губерт, конечно, штука лейтовая. Спайкет Шилд сейчас свои шипы навесит. 9 яда. Ну, конечно, Риппер всегда сильнее Верли. Конечно, кто бы сомневался. Камни, ура! И, кажется, я нашел себе пушку на ближайшие... Ну, до 10 кубков примерно. До 10 кубков. Ну так, плюс-минус. Может меньше, может больше. Ну, точно так прям сразу сказать не могу, но... Ну, на какое-то время. На какое-то время, да. Может тогда забить на перчи и все-таки уже собрать геройский. 4 дэмэджа. 0.6 и здесь 0.9 плюс камни будут быстрее. Типа ускорять Рипсоблейд такое себе. Еще и много стамины. Ну, меньше, кстати, стамины жрет. Симблбилд на куче даггерах. Только не через молоток, а вокруг лонгсорда и куча морковок. Работало даже лучше. Неудивительно. Слушайте, мне кажется, крит шанс хуже, чем реген... Не, ну ладно, не хуже. Вот один ветстоун может и хуже, чем регенчик. Хоть песок покупай. Привет, пандемониум на банане. И шипастые щиты. Что такое эти ваши шипы? Давай сюда. Сюда подошел. У-ху. И вот так сразу лук. Под геройский меч. По скидке. Забиваю на камни. Лук всегда замещает камни. То есть он реально по урону. Ну блин, ну ладно, не прям замещает, но... Их типа можно двинуть на один влево. Лук поставить сюда. Потерять один камень временно. Девять шипов, нанесли мне 380 урона за 19 секунд. Что такое эти ваши шипы? Я все равно выиграл. Шипы не контрят молоток с кинжалами. Шипы нет, а критовый... критовый Бладторн, да. Сумку. Тварь. Зачем мне эта ваша морковка? Leather Armor.
С таким количеством пушек камни нужны, они приходят. Броню я пробил довольно быстро. Если еще хоть раз репсо придает под лук, может быть. Ладно. Просто попадет и. Сейчас выбор класса идет. Ну какой вообще? На 8-й раунд, да, выбор класса идет. Ну тут всегда лук. Ой, тут стрела всегда абсолютно. Вот в эту точку. Хера себе. Слушайте, может камни просто все-таки в банку запихать? И нахер этот Bag of Stones? Ножами обложить геройский меч. Shield of Valor купить. Может, еще придет один Whetstone. Хрен его знает. Но его продавать точно пока не хочется. Shield of Valor взять прямо сейчас, поставить к банке. Еще эти камни, я буду по вам скучать. Стрела прокает от одного только лука. Но это, конечно, ошибка. По две удачи каждые 2,5 секунды. Твой Bloodthorn ты критовать не будет. Мой Bloodthorn будет критовать 4 гарантированных раза, если я играю на Reapers через карты, через пиковые карты. Ты мой Bloodthorn недооценивай. Кстати, об этом. Там, кстати, говорят, на бета-ветке уже патч. Новые темчики какие-то. Блин, прикольно. Ладно, ножами я обкладываться не буду. Идея такая себе. Уже есть хороший, мощный билд через рипсо плюс лук. Остается найти шипы, лампу и пойти в лампа билд. И все. Стрела есть, шипы манны и вот это вот все. Стоп, а зачем я камни-то продал? Я же хотел банку усилить. Ледяной камень имба, ледяной камень имба. Это факт. Блин, стрела, конечно, так себе. А, ну, может, надо было в другую сторону ее поставить. Не знаю. Теп криты дает. 71 броня, привет. Эти блайнды меня не пугают. Можно сумку. Оно. Так, я с радостью сейчас куплю любые камни на самом деле. Да не топаз за 8. Я топаз за 8 не куплю. Нет, опас за 8. Надо, да куда он мне? К чему? У меня стамина не настолько много под этим билдом сейчас. Чтобы топас покупать. Corrupted Crystal. Dragon Skin Губерт. Ой, ну тут я вообще не знаю на самом деле. Все сильно. Сапог, кстати, сейчас будет очень хорош на самом деле. Если так подумать.
Неужели банан выкидывать? Песочек не хочу. Хотя, ладно, легко пришел, легко ушел. Верно, верно. Даже с топазом будет все еще медленнее пивы, а так что это имба. А в лук надо пихать камни, которые либо замораживают, потому что он дает двойные тычки, либо какие-нибудь вампирки хорошо заходят, если у него большой урон. Ну, урон, если... Блин, он меня сейчас может спектрал даггером убить. Он реально кританул спектрал даггером с 22% шансом. Под самый конец. Просто кританул 22% и добил эти 20 хп. Красиво. В лук лучше что угодно другое запихать. Ну, кстати, фулодометист. Бафы с врагов снимать. Что-то, честно говоря, такой слабый, что я готов выходить в гигантский меч. Нет, конечно же, нет. Ворода. Сфера нужна, но не сейчас. Если я ее сейчас возьму, я, скорее всего, проиграю. Нужны криты. Меня есть? Нет, на Фэнси Рапиру не хочу. Блин, халявный камень-то хочется. Блин, неужели я уже не усилю геройский меч? Ну, походу, не усилю, но... Все равно чаще бить будет. Кинжал пока качает хоть что-то. Ну, урон у него какой-то есть. Реген на песок поменять. Как будто сильнее будет. Так. Ладно, один ход без доп камней посидим. Выиграть бы. Ой, посох. Так давно посоха не видел. Слушай, ну посох с двумя книжками, это как будто странно. Ему же никогда не хватит на прок книжек. Может, они ему, конечно, по скидке пришли, ну. Банка зарешала. Гигабанка, гигабанка. Холи армор. Ну, со стрелой уже клевер не особо так нужен. Шипы не готов. Шипы не готов брать. Хотя, стоп, шипы это если я в лампу под лук пойду. Ну куда я их сейчас запихаю в себя? Как будто геройский меч надо продавать, но он пока нормальные цифры урона дает все еще двоечку. Что я вообще ищу? Лампу? Без шипов? Я отсюда вижу выход только в лампу. Сюда иди. Второй в Shield of Valor. Клевер не пропускай, быстро. Да я что-то посмотрел на него и не очень уверен. Что надо было его сейчас брать. Ну вообще эти прокнут не скоро. Да, чем раньше криты, тем лучше. Жаль, что, блин, я все хочу святой билд через лайтсейбер попробовать. Но это нужен еще и губерт сверху.
Второй лук, второй щит, точильный камень. Нет, второго лука перебор будет. Его... Ну, хотя я могу его сюда запихнуть вот так вот. А, кстати, может быть, второй лук будет клёво. И куча места, да-да-да. А, щит не хочу скипать под этим. Ой, короче, беру просто, чтобы, не знаю, не проигрывать. Уже который раз Box of Riches лежит. Некуда мне его поставить абсолютно. Не хочу вылетать слишком рано. О, здрасте. Мистер Страгл с банками. Я хиляюсь, конечно же я хиляюсь. Конечно же, 22 яда. 78 брони. Да, окей, окей. Окей. Книжка святая. Но если предположить, что я против ножей играю. Всего двери три банки без пошуса. Так они друг друга прокнули. А еще этот мистер Страглс прокнул яд, потому что он наложил его на себя. Все, короче, в жопу. Ага. Ну вот тут вот мы кое-как живем. Но что мы дальше хотим делать? У меня все еще нет места под эти шмотки. Как я хочу хоть что-нибудь поставить, хоть что-нибудь выставить, и не могу. Где билды какие-то более рандомные, никто вылетать не хочет, поэтому берут все подряд, они фармят одну любимую сборку. Да, в целом, наверное, есть такое. Ну что это, 6 голды, блин, у меня лежит, которые я никуда деть все равно не могу. Шипастик с, лук, с этими. Ну, к счастью, он все еще не нашел Бладторн. Если бы он нашел Бладторн со святой броней, я бы проиграл. А так, походу, я выигрываю. Да, ну против шипастика Рипсоблейд, как бы, привет. Тайный Potion Pack. И тогда они... Ну, не знаю. Нет. Критулечки, криты, критусики. Может забить на этот и взять фэнси рапиру по скидке? Ну, тогда лук критовать плохо будет. Но рапира по скидке кайф. Рапира по скидке, прикольно. Мне бы, блин, вот эту штуку как-то... Вот сюда, да? Тогда не могу. Или могу? Стоп, подождите-ка. Очень интересное строение рюкзака. Внимательно почитай описание, купил и был в шоке, пришлось продать. Нет, я знаю, как работает фэнси рапира. Можно было бы второй Stone Skin Potion взять. Да, до этого мне надо было брать этот. Под двумя щитами. Возьмем жопу коробку, получается. Хоть мне ее и очень жаль. Мне очень жаль коробку, но не настолько сильно жаль. Ой,
Блин. У меня и Potion Sack. Че, точно. Не думал, что так можно сделать. Так, стоп, а если еще к тому же сделать... Не, горизонтально его уже вообще... Нет, подожди. Жди-ка. Допустим, вот так. И... Есть ли в этом смысл? Есть смысл вот так сделать? Но это то же самое, что было до этого. У меня была какая-то мысль, но для этого надо вот эти щиты переделывать. Или нет? Да, для того, чтобы это все изменилось, надо, чтобы щиты... В этом был хоть какой-то смысл. Не, по-моему, вообще ничего не меняется. Ну ладно. Неважно. Зато сюда хватает места на Dragon Skin Boots. До этого оно и там хватало, по-моему, не? Но не в этом слоте. Да, в этом слоте не хватало. У меня его и так не было. Или был? Вроде не был. Рюкзак, кстати, с мостом посередине от тем атаки и защиты. Да-да-да-да-да. Был банан? Не, ну... Банан был давно. Сейчас у меня нет места на это дело, на банан. Вообще никак. То есть банка важнее банана. Ну, типа, я не могу вот так вот сделать. Могу только вот так вот сделать. Разве что сделать так, так и вот так. Тогда активатор не останется. Ягоду можно было поставить. Банка на хил важнее активатора? Да, банка на хил активирует броню. Когда хп мало остается. Ну, здесь она сама активировалась, в принципе. Чел тоже с репсо, две флейты. У него геройский лонгсворд. Но я почему-то сильнее. Сколько урон лук, интересно, нанес? Кстати, 136. Нормально накритовали. 60 и это всего лишь 60 крит шанса. Столько мало крит шанса. Что если бахнуть по центру вампирского Губерта? Да я не доживу до вампирского Губерта. Мне еще одну банку на активатор взять сюда. Просто живу на какой-то гигаброне от щитов и все. Просто и все. Вот теперь мне больше нравится идея переставиться как-то по-другому, не знаю. Стоп. Стрелу же можно пониже подвинуть. Тогда она не будет от лука прокать. Это плохо. Камень. Камень вовремя, да. Сегодня понял, что даже если банка сверху уже пустая, нижняя все равно ее активирует. Так, ну это же логично, я тоже так думал. Ну, я всегда так, в принципе, и предполагал. Бля, флейта, кстати, вот куда-нибудь сюда.
Между щитами бы ее запихнуть как-нибудь, чтобы там хоть что-то было, чтобы она давала там удачи и вот это все. Роль 1-1 рюкзак. Ну, хотелось бы. Хотелось бы. Не наролил, заролил. Наролил 3-3. Который мне, в принципе, ничего особо не даст, но... позволит поставить ботинки сюда. У меня больше нет продолжительных активаторов в любом случае. Может быть, ботинки хуже, чем банан. Тем более, он ускорял бы ананас. Может быть. Может быть. Может быть. Ну, поехали дальше. Что такое гигабанка билд вообще просто? Жесть. О, Бладторн вместе с Торнвипом. И Пайнэппл. У меня лук большую часть дэмэджа вносит. А, так подожди. Так у меня Репсо Блейд. Я же сильнее. Я точно сильнее? Он 12 яд накинул. Я точно сильнее. Фу, честно говоря, я не готов идти с этим билдом в survival мод. Вообще не готов. Это что-то просто полная дичь какая-то. Одни шипастики нападали. Ну в жопу, я забираю эту победу. 31, нормально. Пойдем. Какой потный просто мастер. Пойдем.